Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен моему маленькому заказу по 12-му, кажется, каталогу Avon. Заказ был практически полностью из продуктов моей подруги, и, в принципе, я его делала исключительно для нее. Ну и даже заказала себе один предмет, только чтобы Женька смогла себе духи купить по скидке. Вот эти вот духи были, если купить что-то из серии, вот, допустим, вот такую вещь из серии, Нутроэффект. Ну, с одной стороны, Нутроэффект я хотела что-нибудь такое себе взять попробовать, и хотела еще в прошлом каталоге взять себе эту пенку, но что-то как-то про нее, как обычно, забыла. В общем, если взять что-то из Нутроэффект, то можно будет вот эти духи купить по 149 рублей. В общем, она заказала себе персив. О, кстати, вот я тут красила эти копытца свои. Не поверьте, полчаса ждала, пока они высохнут. И вот три раза, один палец три раза перекрашивала, и потом в результате еще один палец, и я не знаю, надеюсь, что они уже все-таки высохли, чтоб их, кто придумал эти лаки, которые так долго сохнут, да вообще эти лаки, все любые лаки долго сохнут, хотя у меня есть обезьянка, которая сушит ногти, ну да, когда-нибудь я все-таки сделаю обзор своих обезьянок, и про нее тоже скажу. Короче, тут этот персив, это, в общем, лимитированная коллекция Avon. Туалетная вода 30 мл. Я доставать не буду, потому что все-таки это заказ. И как-то даже, несмотря на то, что мы с Женькой близко общаемся, все равно это как-то ее заказ. Мало ли, может, она себе, не себе, допустим, покупала, а кому-то в подарок, да? И еще она заказала три лака. Один лак был по распродаже, и два были, где вот можно было заказать два лака за 229 рублей сразу же. Там можно было заказать лак и какой-то там специфический лак, или два просто разных лака. В общем, это гель Shine, кажется, это вот как раз, да, это вот как раз вот эти два, которые по 229 рублей за две штуки. Я, откровенно говоря, не помню, что там за цвета были, но какие-то в стиле Женьки такие, кажется, бледно-серебристый, бледно-розовый. И, опять же, я не буду доставать из коробочки, уж простите меня. С одной стороны, я боюсь смазать этот чертов лак, который все никак не высохнет по ходу дела. Кстати, лак вот этот от Насти Зарецко и основа от Алены О. Кстати, она уже так заюзана, эта основа. И, в общем, и еще лак Металлик Эффект. Кажется, он голубой был, голубой металлик. Это с распродажи Женька брала. Arctic Steel. Может, тут что-то написано. Да, вот здесь написано как раз, вот, я не знаю, бот видно или нет. Еще у меня лапка, как обычно, трясется. После вскрытия 24 месяца хранится. Это, в общем, один айсберг, белый айсберг, а другой у нас Шерлов или, в общем, какая-то любовь. Так, потом, вот я себе взяла, это был заказ Женьки, там у нее было три лака и духи, а я себе взяла вот эту пенку для умывания и очищения для нормальной комбинированной кожи, 150 мл. У меня еще, в принципе, есть пенка от Аленки, привет тебе, если смотришь меня, тут слипа она мне какую-то дарила в каком-то нашем реальном обмене, ну, в смысле, встречи в реале, так сказать. Но вот эту я, в принципе, тоже хотела попробовать, и вот я ее купила, она будет пока у меня про запас стоять, потом обязательно заюзаю, ну и в пустых баночках расскажу от нее. Что, она понравилась она мне или нет? Очищающая пенка для умывания, для нормальной комбинированной кожи, не содержит мыло, подходит для чувствительной кожи, протестирована аллергенность, не содержит парабена и красителей. Будем верить, что это так. И мне еще, ну, помимо каталогов, я их, честно сказать, еще пока даже не смотрела, пришла вот такая вот штучка. Я когда, так сказать, в документах к заказу увидела, когда платила за него на сайте, думаю, какая-то фигня, думаю, что такое, реклама, что ли. А оказалось, это два маленьких пробника, я их тоже еще не открывала, хотя надо было, наверное, открыть, понюхать, а потом вам сказать мнение, да. В общем, это для него и для нее, Avon Al, альфа, наверное, какая-то, восточный аромат для него, бергамот, лаванда и кедр. И для нее восточно-фруктовый аромат, малина, жимолость и кашемир. Я, конечно, рискну, сейчас, возможно, все-таки это вскрою. И еще хочу сказать, вот только что я сделала себе заказ в Ифраше, у меня там пришел бланк на электронный адрес мой. В общем, что-то такое, что за вашу там верность нашей косметике, да, и можно было выбрать в подарок за заказ один из 10 продуктов, ну и там по цене около 2900, что ли, что-то в этом роде. В общем, там был в подарок Нероли 50 мл перферментная вода, которую я уже 2 года хочу. Ну и меня еще пара людей тут немножко понервировали, я решила, что я могу себя порадовать и должна себе
что-то заказать. Но я заказала несколько там вещей. Там распродажа была, такой интересный бланк. Он именной, я не знаю, может, я думаю, что сейчас просто тем, кто больше года занимается фраше, я думаю, они уже пришли. Таки он мне пришел несколько дней назад, еще когда я в деревне была. В общем, там косметичку, подарок, и можно выбрать что-то из 10 продуктов. На самом сайте при заказе можно выбрать что-то из 13 продуктов. И хорошая такая распродажа, там можно купить, допустим, два бальзама для губ по 129 рублей за 2, ну, то бишь 64 с копейками будет один бальзам, да, там еще что-то. Ну, я кое-что набрала, бальзамы не стала брать. И девочка Наталья, я не помню, честно сказать, фамилию, прости, пожалуйста, если за это, если тебя это ранит, но кажется, Наталья, 1980 год, наверное, рождение, это, я так понимаю, ник. И она, в общем, мы с ней договаривались летом сделать обмен. Ну, я в основном из-за этого еще и брала там что-то себе лично, какие-то вещи, которые мне очень нравятся в Фраше, и которые я постоянно пользую или по возможности покупаю, или что-то вот то, что действительно очень хорошие, крутые продукты, которые нравятся и моим сестрам, и моей родне, и знакомым. Ну и, в общем, с доставкой на дом на 1668 набрала. И это, я подозреваю, получу уже после того, как приеду из Беларуси. Так что вот, я пытаюсь это вскрыть как-то, чтобы не... Вот эта рука у меня быстрее высохла. Вообще у меня на левой руке и ногти-то быстрее растут. Ой, это у нас мужиковский водичек. Сейчас мы это... Ой, блин, 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 блин. Вообще приятно пахнет, свеженько так. Что у нас тут вообще было заявлено-то? Бергамот, лаванда и кедры. Ну, действительно, что-то есть такое от лаванды. И сейчас я беру женский вариант. Я его даже в демо-версии не, ну, не стала заказывать, что думаю, у меня вроде духов много. Я уже стараюсь, ну, вообще уже месяца три, наверное, не заказываю себе духов, потому что и в поменяшках есть, и Аленка дарит, и вообще как-то у меня этих духов много, действительно. Блин, фиг скроешь. Ну, такой приятный, сказать. Что у нас тут? Малина, жимолость, кашемир. Я не знаю, как кашемир пахнет, тем более, как жимолость. Не то, чтобы там пахнет малиной. Не знаю, малину я как-то не очень чувствую. Ну, в общем, такой приятный, нейтральный, даже не сказать, что сладковатый, но при этом не свежий. В общем, нежненький такой ароматик. Ну, я, конечно, запользую этот пробничек, но не знаю, вряд ли я себе такой буду покупать. Ну, вот такой вот небольшой подарок за 1 рубль, вполне себе ничего. Спасибо, Эйвен. Ну и спасибо вам, если вы досмотрели это видео до конца, если оно вам было чем-то интересно или полезно. И до новых встреч. А, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите комменты. Ну да, и пока!